Каспийске на базе школы номер один состоялась патриотическая конференция «Каспийск. Город трудовой доблести. От великой победы к устойчивому развитию сегодня». Началось мероприятие с выставки материалов проекта «Страна трудовой доблести» Общероссийской общественной организации Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей. Проводятся подобные конференции для воспитания патриотического духа в подрастающем поколении. Стоит подчеркнуть, что данное мероприятие прошло под руководством директора школы номер один Фериде Алиевой. Память о событиях Великой Отечественной войны сохранялась в нашей личной, персональной памяти, чтобы мы считали это частью собственной истории, а не каким-то отвлеченным, где-то давно-давно происходившим фактом. Уходят последние ветераны. Я подписан на такие различные сообщества. Ведущие ученые, преподаватели, специалисты в области истории и социальных наук, организаторы воспитательной работы с молодежью, члены общественных объединений представляют свои исследования и доклады, посвященные актуальным вопросам патриотического воспитания. Патриотизм как национальная идея, как фактор национальной государственной безопасности современной России. Патриотическое воспитание студентов в системе государственной молодежной политики и его роль в гражданском становлении молодежи и многое другое. Отметим, что в мероприятии приняли участие уполномоченные по правам ребенка Республики Дагестан Марина Ежова, начальник управления образования города Каспийска Лариса Абрамова, победитель конкурса отбора лучших управленческих кадров в системе образования Республики Дагестан Марина Гюльметова и другие.